Сейчас я готовлю обед. У нас уже почти 12, без 15. Антоху забрала. Сушилка у меня тут. И сейчас у нас супер быстрый обед, потому что, как всегда, хочется сэкономить именно время. Я купила зразы. Вот они в обычной упаковке. Зразы — это у нас Кавказ. Деревенская курочка называется. Куриные с яйцом внутри. Обжаривается у меня. Здесь у меня лапша. Вот та вот домашняя, которую мама с папой с выставки привезли. И буду делать салат а-ля оливье, но недоделанный оливье. Огурцы. Почистила их, потому что кожица все-таки горьковата. Яйца здесь у меня тоже варятся. И будут еще огурцы, яйца и зеленый горошек. И все сейчас со сметаной намочу и зеленым луком. Сейчас иду в кладовку и хочу найти здесь все-таки горошек. Сейчас посмотрим, есть ли он. Это фасоль. Я смотрю по буквам. Не знаю, кто как. Кто-то по месяцам. Наверное, может быть, даже по месяцам надежнее, потому что вот эти вот буквы RPG, они были... Когда-то я открыла, и там не было горошка. Ну, пойдем посмотрим. По месяцам тут получается июнь. И я надеюсь, что все нормально, что это вроде бы горошек. Да, все отлично, это горошек. Сейчас я его промою и буду добавлять уже в свой экспромт-салат. Хорошо на улице, вообще прям солнышко нас радует. Так, Гриша первого. Физкультурке приду. Ну давай, давай. Физкультурке. Пятым уроком физкультуры? Пятым, наверное, или четвертым, если четвертым, то нет. Ну все, сынок, давай. Теперь сейчас Антоху на танцы. Гриша первый. Блин, так вот где мой ремень. А, ну возьми его. Да сейчас возьму, я потом одену. Давай. В туалет зайду, потом. А что, ты его потерял? Нет. Кто там, Лиза? Хочу глянуть, как мама лук готовит. Как ты его так обрезаешь, да? Нет, это подрезаю вот уже 9, а сейчас я покажу, как я обрываю. Вот. Ты его прямо с корнем рвешь, да? Ну вот так обрезаю ножиком вот этим. Угу. Подкорешу. Вкладываю. Это ж вот так. Вот так раз. Угу. И лук вот туда повыкидывала, да? Угу. Туда лук повыкидывала. А вот это ж раз, это и беленькая, красивенькая. Чистенько. А ты мне полотенце подашь, Верусь? Угу. Вдруг мне вот так надо вытирать, да? Протереть беленько особо надо бывает, знаешь. Вот так подрезал. Вот так. И быстро оно делается. Ну давай, я щавель, да? Ты щавель, да. Степа приехал, наверное, побежит. Что тоже щавель, да. Нет! Привезла Антоху с танцев. Все хорошо. Теперь Зое хоть будет не скучно. Теперь вот мама же еще и в газетку, да? Их вот так надо плотно. Туго, да, надо. А то я туда первые разы вообще не туго, да? Афоньку забрали. Афоня, помаши всем подписчикам, скажи привет. Привет. Теперь Гришка бежит. Привет. К нам. Привет, ты успел? Все нормально? 5. Почем? Контрольному, ну, по контрольной, по математике. Да ты чё? Что там так все аккуратно? Сама поедет. Пали, прикинь. Муравьишки наши. Глянь, сколько их. Прям такая тишина была. А как вот это? Там что, они кушают, сами. Вот это мусорка у них, вот это еда. Офигеть. Смотри, и они сами навели порядок. О, вылезли. Даже мусоринки нету. Офигеть. Они все в одну кучу, да?
Вот, видишь, они забегали. Угу. Сразу на помойку побежали все. Кушать. Один да, только да. На... Вот это еда, вот это помойка. Да. Ну, вот они все почему-то на помойку побежали. Они, вытаскивают они в шоке. Отсюда, они в шоке, короче. И за сколько, сколько они вот это насобирали, вот это вот? А я не знаю, ну Гриша у нас собирает. Да, матка. Вот это? Нет, вот, нет, вот, вот, вот мамка. Ого. Ну она ж вообще огроменная. Офигеть. Такая здоровая. Это все ее дети? Ну это да, практически всех же Танна-то родила. Многодетная мать, да? Офигеть. А тут что? Ну что, закрывай, а то сейчас повыползают. Я могу, да? Ну конечно, а что же они? Свобода! Не дурачки же. Нет, там есть специальная штука, которую можно намазать, антипобег называется. Боже, какое-то масло. Мне еще надо хлоркексидин купить. Да, пошли. А я буду топить котел. Кто заметил, у нас была Олеся в гостях. Ну, совсем недолго. Тут накидали, накидали мы. Совсем недолго были с Мишей в гостях и поехали домой. Сейчас выберу Золу. Пойду складывать гору белья. Все-таки она у меня получилась в этот раз. Нет, тут что-то хочет мне включить. А, это ты мне крутую музыку? Я забыла про это видео. Я помню, Гриша и Антоша тоже любили его смотреть. И тебе она нравится? Что тут происходит? Войну играете? Да. Подальше его дерем. Точно? Да. Нет. Да. Да. Так, дети, только здесь у меня стеклянное это. Вы, пожалуйста, не забывайте. Ты точно не забыл, Афонь? Афонь, учитывая, что ты туда кидаешь кубики. Это гуми такие. Да? Он посмотрит футбол. Кто сейчас играет? Германия, Франция. 1-0 Германия выигрывает. По какой программе? Третья. По Матч ТВ? Да. А потом будет все на матч. Ну, рассказывай же. Угу. У них все другие прически что-то. Да ты что, подстриглись? Да. Нет, у них прям... Это у Гризмана почти как у Месси. Угу. Ну, Франция проигрывает. Пошли смотреть. Ну, я включил, когда второй тайм.